Добрый день, сейчас я вам продемонстрирую микс New Look Осень Сток. Цена за килограмм 1515 рублей, в упаковке 19 килограмм ровно. Стоимость всей упаковки 28 785 рублей. Количество единиц 62 штуки, стоимость за одну единицу 464 рубля. Хочу отметить, что в этом миксе есть как нарядные вещи, такие уже, знаете, предновогодние, так и теплый вариант подойдет в офис, куда-нибудь в кафе, в ресторан, ну как повседневный вариант. Так, первая это блузочка размером 44, она идет боди. Дальше у нас идет вязаная вот такая вот кофточка, укороченная, она идет пушистая, размер у нее L. Также в миксе здесь вот упакована, представлена курточка. Она идет подростковая, потому что у нее размер указан ростовочкой 134. Она идет теплая, с длинным рукавом и с капюшоном. А какие-то вещи будут упакованы. Есть даже упаковки, которые нельзя открыть, то есть они идут как спаянные. Поэтому рвать пакет я не буду, для того, чтобы вещь не потеряла свой упаковочный внешний вид. Я по максимуму попробую рассказать, что в этой упаковке указано. Так, дальше у нас идет вот такой вот розовый топ. Он слегка прозрачный. Размер у него указан 42. Джинсовочка женская. На ней размер не указан, но она, скорее всего, размер 44-46. Так, дальше у нас идет толстовочка с капюшончиком. На капюшончике есть две завязочки. Размер указан 14-15. Хочу отметить, что New Look это популярный британский бренд, специализирующий на производстве мужской и женской одежды, нижнего белья, обуви и аксессуаров. Следующие у нас вот такие вот брючки 40 размера, слегка заужены к низу и завышенной талией. Также хочу отметить, что компания New Look получила широкую известность благодаря высокому качеству продукции, оригинальному крою и ярким образом на каждый день. О чем я вам и сказала в начале, да, что это сейчас все-таки у них есть преимущественно тут нарядная одежда, уже такая предновогодняя, праздничная, но также есть вот такие вот офисные или вот, ну, повседневные, да, то есть куда-то можно с топом, с юбкой, с брюками одеть вот этот пиджак-накидка 40 размера, и это будет очень модно. Ну вот из серии новогодних праздничных костюмов топ идет с одним открытым плечом на бретели и с полностью открытым оголенным боком. Размер у него 36. Золотисто-горчичные брюки тоже из серии нарядного костюма. Можно одеть с белой блузкой, с каким-то расклешенным рукавом, воланом. Размер не указан, ну вот так вот на вид это 44-46. Так, дальше у нас идет платьишко нарядное с кружевным верхом на бретелях. Рукава кружевные, 3/4, размер у платьишка М. Так, еще одно нарядное платьишко, тоже подойдет на новогодний корпоратив. Так, вот идет завязочка сбоку, размер у платьишка 38. Так, ну вот здесь в упаковке это белый джемпер, он спереди идет рифленый, он с большим высоким воротником, с длинным рукавом, рукав тоже рифленый, а по спинке он идет гладкий, то есть обычная вязка. Крупная вязка узорчатая только спереди. Так, дальше у нас вот брючки, такие вот расклешенные брючки. На брючках есть разрезы до бедра, то есть большие разрезы. Спереди застежка молния, размер у них 36. Ну, тоже подойду, знаете, к нарядному костюму. Вот за счет того, что они как раз идут и с разрезом, расклешенные. Так, ну вот из серии повседневного офисного варианта, где нет строгого дресс-кода, вот такая вот юбочка, у нее спинка длиннее, чем перед, размер указан L. И вот здесь вставлены вот такие вот специальные бусики декоративные. Так, дальше у нас тоже нарядный топ, замшевый.
с длинным рукавом, укороченный, размер 42. Так, еще один нарядный топ. Размер 42 у него идет, тоже укороченный, с открытыми плечами. Хочу также отметить, чем мне понравился этот лук, что у него в основном идут такие самые ходовые размеры как раз на эту одежду. Это 40, 42, 44 и 46. То есть нет такого, что прям большие размеры откровенных нарядов или на маленькие размеры слишком закрытые. А размер у платьишка 42. Оно замшевое. Дальше давайте немножко в упаковочку. Так, это у нас вот джемпер женский, черный, размер 28, с длинным рукавом. Он идет классический, поэтому доставать его нет смысла. У него нет ни узоров, ни буков, ничего. Обычный черный джемпер с длинным рукавом. Внутри он немножко ворсистый, то есть он идет теплый. А это у нас футболочка женская, размер у нее указан L. Так, вот здесь тоже запечатано. Это у нас платье. Идет платье-туника с рукавом 3/4, и у него по спине идут вот так вот накрест завязочки. Так, вот такое вот нарядное платьишко. Размер у платьишка указан 14-15. Так, вот еще один такой же, как черный. Вот здесь вот видно получше на светлом. Вот обычный классический джемпер. Размер S, слегка пушистый внутри, с длинным рукавом. А на рукавах по вороту и по низу идет вот такая вот трикотажная резиночка. Так, дальше у нас идут нарядные брючки бордового цвета. Низ вот такие вот воланы сделаны наискосок. Размер у платья, у брючек 8. Так, вот здесь вот у нас... Это тоже платье. Его открыть я не могу при всем своем желании, потому что он запаян по всем краям. Как я вижу, это вот, вот так вот две бретели в платье. И идет юбка немножко на расширение. Так, вот такая вот нарядная блестящая юбочка. Сзади у нее есть разрез. Размер у юбочки указан 36. Нарядные брючки, такие же, как бордовые, с воланом снизу. Эти немножко побольше, 42 размера. Куртка-ветровка. Размер у нее XL, тоже классическая такая курточка, слегка свободная. На молнии, без капюшона, по низу и по рукавам идет резиночка трикотажная. Это у нас теплый паланкин, он примерно вот такой вот ширины, очень длинный, размер на нем указан S. Так, это у нас замшевый топ. Идет на завязочке сбоку, размер 30. Юбка из эко-кожи, застежка сзади, молния, размер у юбочки 40. Так, вот это у нас рифленый комбинезон на лямках с расклешенными штанинами к низу. Размер у него S. Мужской черный джемпер 46 размера. Есть вот такие вот бюстгальтеры топ, которые носятся под пиджак. Два розовых 40 размера и 36, и также вот замшевый топ такого розово-кораллового цвета. Теплый женский свитер, размер у него 12-13, он идет с длинным рукавом, такого персикового оттенка. Вот такая вот толстовочка была упакована в одном из пакетов. Размер у нее 10. Идет укороченный рукав. И она женская. Что, в принципе, я и озвучила. Так, дальше у нас идет удлиненная белая футболочка. Размер у нее 18. Джинсы женские. Размер 30S, ростовочка 76 указана.
Вот здесь в наших пакетах серый классический мужской джемпер, тоже абсолютно классический, прямой, идет без всяких вставочек, молнии, размер у него указан L. Мужская футболочка классическая черная, размером M. Мужская рубашка, левая сторона у нее вместе с рукавом идет в клетку, есть небольшой кармашек на груди. Правая сторона такого серо-зеленого оттенка идет однотонная, размер у нее L. Так, ну вот черные футболочки, одна из пакетов, скорее всего, они были вот такие же, размер 10, которые были женские. Ну, вот у нас футболочка, размер у нее 36. Джемпер женский, как танковочка, размер указан М, рукав, скорее всего, идет длинный. Джинсы, ну вот тоже мне кажется, что они подростковые, они идут 28 размера, 28R. Но они прям очень маленькие, это видно, очень, но очень худенькую девочку. Есть декоративные молнии, потертость, и здесь вот так вот дополнительные шовчики. Так, это у нас танковочка с принтом, размер у нее 46, рукав короткий. Так, вот здесь вот давайте еще посмотрим, что у нас в пакетах. Джемпер размером S, женский черный классический, мужской черный классический. Еще один такой же размером M. Футболочка размер 2XS, серая такая с белым. Женский джемпер размер 12-13, идет с длинным рукавом. Так, дальше у нас вот такой вот кардиган туника, рукав 3/4, открытый верх, размер 44. Блузка женская, серенькая, цветочная, с коротким рукавом, размер 42. Серо-зеленая танковка, размер 14-15, ростовочка указана 164-170. Это тоненький шарфик, почти шифоновый, идет такой рифленый, длинный, красного цвета, размер у него указан 38. Дальше у нас идет джемпер женский размером M, тоже классический, на нем ни рисунков, ни капюшона, ни каких-то застежек, ничего нету. То он темно-бордового цвета. Дальше танковочка с длинным рукавом розового цвета, размер 44. Также в миксе представлено серое пальто с пушистыми меховыми карманами. Размер на пальто не указан. Ну, вот так вот визуально. Это 38 до 42 максимум размера. Футболочка размер 42. Теплая большая вязаная кофта размером M, женская. И еще одна классическая футболочка, размер у нее указан L. Сейчас вам был продемонстрирован микс New Look осень сток. Цена за килограмм 1515 рублей, в упаковке 19 килограмм. Стоимость всей упаковки 20 785 рублей. Количество единиц 62 штуки. Стоимость одной единицы 464 рубля. Спасибо за внимание. До свидания.